года, но, конечно, не в таком количестве, которое я сейчас вам принес. В принципе, что дальше делаем? Дальше, как обычно, да, вот мешочек это хранение моих амулетов, как вы в прошлых, в общем-то, роликов видели. Это. Но он сегодня нам не потребуется. Потом отложу я его в сторону. Так. Ну а дальше, в принципе, начинаю свой ритуал. Сейчас посмотрим. Понастроим камеру, чтобы видно было все. Вот, в принципе, мы настроили камеру. Что дальше? Дальше, я думаю, мы нальем святой воды. Для того, чтобы окончательно уже не прибегать к этому, нальем и приступим к самому ритуалу. Ритуалы, в принципе, все похожи, но есть некоторые нюансы, различия в разных степени разговора, либо количество свечей, какие свечи, с чем, с водой, либо там иконами тоже, какие применяются к одному и другому. Ну, в общем-то, сегодняшний ритуал именно вот с этими иконами будет. Вот мой амулет, который я зарядил. Иди камушка, не буду говорить какой. И четки. Четки они, отгоняющие демонов. Но об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Как четки тоже помогают. В общем-то, зажигаем свечу. И начинает произносить обычные слова. Ну, какие слова? Кого вы хотите защитить, допустим, и в виде молитвы, которые вы можете говорить. Но от души говорите. Есть начитанные молитвы. Это в дальнейшем вам тоже буду записывать, что вы запоминали. Начитанные молитвы тоже помогают очень сильно. Но есть молитвы, которые, если вы не часто ходите в церковь, вам не обязательно это. Поэтому вы можете своими словами сказать. Например, если я хочу защитить свою семью, я буду говорить именно о ней. О Боже, защити мою семью от всякой напасти, от боли, от зла, от тревоги. Пусть в нашей семье будет благополучие, пусть в нашей семье будет покой, чтобы люди, ушедшие, не беспокоили нас часто, а если беспокоили, только для того, чтобы прийти к ним, поговорить с ними. Пусть будет финансовое благополучие нашей семьи. Пусть защитит от всего. Боже, защити нас от всего того, что нам не нужно. Защити нас от всего того, что нас не касается. О Боже,
да помогай нам, да спаси нас, дай нам защиту от напасти, от зла, от трудностей, да защити наш. Аминь. И как всегда выпиваем святую воду, перекрестившись 3 раза минимум. А чтобы еще был эффективный ритуал, будем потрясем четками. Но знаете, если четки тоже не заряжены с вашей силой, а не просто безделушка, которую вы купили на рынке, но в принципе весь ритуал понятен, также можете подержать свой заряженный камень, и он будет давать вашу же частицу, дополнять вас. Ну, если вам понравился мой ролик, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я вам буду рассказывать много интересных ритуалов, и не только.